Місто Тячук. Да, в истории Тячева все перемешалось. Афганцы, Вторая мировая война, венгерские войска. В общем, враги с врагами помешались. И вот так. Дорогу вот-вот-вот закончат. Тут, наверное, была брусчатка, конечно, но решили сделать асфальт. Вот. Работает. И трассу тоже делают. Полиция. Интересный газон сделали. Такого я еще не видел. Может, еще будут что-то делать. Может, только начали поле из щебня. Дольче Вита. Надо вот эти копеечки запретить им вешать свою рекламу, музыку свою. Ставят. Так целый день будет играть какая-то музыка. Ну хорошо, это джаз. Не шансон какой-то, но все равно. Желтая пластиковая наклейка. Ну, этот простор тоже. У каждого свой. А вот здесь можно увидеть, каким раньше был город. Ну, в смысле, его брусчатка. Это у нас рынок. Уже все расходятся. Рыночный день закончился. Всем пора домой. Это Румацкий простир. Да. Качели, снежевеки, парковка рядом, кулечки разложены в мозаичном порядке. А, интересно.
ремонт дороги видно. Вот ворота. Футбольное поле. Вот. Вот здесь стоит вратарь. И вот вам поле для футбола. Посмотрите, как ровно сделали, выровняли, чтобы можно было играть. Вот Тячев у нас. Так, вот как хорошо действует децентрализация. Видно, что деньги остаются. Деньги остаются в районах. И благоустройство полным ходом. Завтрашнего дня. А что самое? Шо? То же самое, что и сегодня. Ничего. Не. Просто так. Люди, який тут архітектор? Тут, якщо ви не можете позбирати під під'їздом сміття, який тут архітектор? Вон. Людина щось робить, це і все. Тут вам ні архітектор, ні Зеленський, ні Кучма, ні Порошенко не допоможе, якщо ви не вийдете і не наведете лад для себе, для своїх дітей. Позорище. Розвели тут. Ну все, хватит негатива. Возвращаемся в цивілізацію. Вот, посмотрите, какой хороший дизайн-код в городе. Все соответствуют своему цвету и дизайну. Шрифты одинаковые, видите? Цвета одинаковые, похожи. Вот. Не, не пойдет, да? А, местный парк скульптур. Да. Это мне нравится. Вырос обличье, выражение лица. Этой скульптуры. Как будто он смотрит на происходящее. Так, собачка. Собачка. И какая-то парочка тут зажимается, похоже. А может это котяшок? Не знаю, надо что-то разобраться. А, ну это как каждый себе смотрит с разной стороны и что видит. Тут влюбленная парочка или котяшок. Песик. Так. Так, это неизвестная волна. Или это сюда можно залазить, оседлать его. Или это девушка. Вот грудь видна и волосы. А с этой стороны немножко петушком попахивает. И нечто другим. Так. Ну, видно, что не все так плохо. Вот этот, мне нравится серость такая. 50 оттенков серого, коричневого, черного, бурого.
хоть где-то есть глазам отдохнуть. Я думаю, здесь красиво и летом, и зимой, и осенью, и даже весной. Похоже на старинную синагогу. Я, конечно, не люблю сильно много наляпистого цветов всяких, чтобы контрастно было. Но здесь, я думаю, если бы разукрасить салатовым, зеленым, салатовый, зеленый одно и то же, каким-нибудь красненьким, хоть каким-то угодным цветом, я думаю, это было простительно для города, чтобы красоту этих стен немного скрасить. А ведь когда-то, наверное, это было красиво, вот эти вот балкончики бетоно-алюминиевого цвета. Но сейчас это просто шедевр. Шедеврально. А вот это, наверное, машина того, кто может что-то изменить в этом городе. Вот. Судя по номерам и по машине, этот человек мог бы что-то сделать городу. Но он сделал для себя. О, Тячевская Миская Рада. Это уже что-то приличное. В месте в городе Тячев довольно много орлов. Это то, чтобы не забыли, что 80 лет назад здесь была другая страна. Да. А это самое любимое налоговое, как слышишь это слово, теплеет на душе. Налоговое. Податково. Да. Артефакты. Улица Красноармейская, названа в честь Красной Армии, Советской Армии. Почему красной? Потому что много крови. А это наш Тарас Григорьевич Шевченко. Пожалуйста, добро пожаловать на улицу Красноармейскую. Ну, если давайте не будем сравнивать. О, деревянные ворота. В детстве у меня такие были. Если не будем сравнивать там с Вероной, Брюгге, Амстердамом. Вот, а будем сравнивать, например, с какими-то другими городами. Там тот же Хуст. Ну, Хуст побольше, конечно. Налогов побольше. Вот. Но это, конечно, Тячев сильно проигрывает по всему Закарпатью. И по Украине, по Западной Украине. Львовской области, то есть во Львовской области. Города, ну, получше.
выглядят просто. Надо признать. Но перспективы, возможно, через лет 10 будет тут получше выглядеть. Какие-то изменения происходят. Но мне кажется, лет 30 даже назад тут было получше выглядело. Вот, даже просто посмотреть сюда. Ну, я понимаю местных людей, они как бы живут в этом городе. Они привыкают ко всему, что они видят. И для них, допустим, вот этот дом уже будет красивым. Ну, а для меня это ужасно. Ну, как бы это просто современный дешевый дом для аренды создавался, да? Вот, но есть же дома, которые, на которые приятно смотреть. Вот, и особо никто не парится в городе о том, как он выглядит. Ну, то есть каждый владелец, он сам решает, как все выглядит. Нет никакого. Но, конечно, это проблема не только Тячева, там, Украины, Закарпатья. Это проблема многих. Ну, например, в селах бывает, едешь, и ты понимаешь, как все красиво в селе. Просто село. А это типа город. Это типа город. Какой-нибудь, я не знаю. Необычное такое чувство. Тут красиво, тут некрасиво. Все готовятся к Новому году. Ну, не все, но многие. Столько магазинов, столько территории для продажи, словно это какой-то огромный город или огромный рынок, куда съезжаются со всех областей. Ну, это, кстати, вот я вышел уже на дорогу, на трассу. Там, похоже, Хуст, а там Рахив. Кстати, когда проездом в этом городе, видишь именно вот это все. То есть, чтобы более-менее красивое увидеть, нужно пройти туда чуть-чуть, в середину. А вот это трасса. И ты когда едешь в Чачев, ну, у тебя в основном воспоминания будут вот такие. Такие. Тут постоянные пробки из-за ремонта дорог. Тут всегда надо долго ехать, прежде чем выехать из Тячева и набрать скорость. Очень плохо, когда центральная улица города прямо на трассе находится. Как бы нет этого уюта. Вот там брусчатка, скоро ее не будет.
Ну вот вам маленький обзор Тячева.